покушать. Нашу жизнь. Отец, синее небо, мать, земля, мы дети ваши, молим вас не зря. Не отвернитесь, предки, вы от нас, а помогите в этот трудный час. Все полыхает в адовом огне, и как же нам теперь помочь земле? Разлом трещит, и дейдра ползет, огонь кипит и магмой в небо бьет. Страшнее нет картины, господа, смотреть, как погибает вся земля. Но юноша вдруг вышел из толпы. Я помогу нам избежать беды. Орлом взмывает синеву небес и просит, дай воды скорее, отец. Услышан был, разверглась тот же час, вода, как ливень, снизошла на нас. А парень вновь в обличье орла по лесу устремляет вглубь ядра. Он молит землю, матушка, проснись. Я здесь, чтобы помочь тебе спастись. Так молит и не видит, что горит. А через миг сердечко не стучит. Не выдержав, заплакала земля, и заструилась жил ее вода. 100 дней так лили слезы по орлу, 100 дней оплакивали мать с отцом беду. Но помнит мир и помнит вся земля бесстрашный подвиг юноши орла. Приемлемо.
А той, скажем так, хранительницей является Дайкири Рамона. Выпрашивать, ведь час за тобой, день хлеба же подкидывать, а баклан уже...